Всем привет, мои прекрасные приколдесы! Сегодня мы будем с вами распаковывать джум. Но не буду долго тянуть. Погнали. Это я высыпала с этого мешочка. Ну что, начнем распаковывать. Что-то очень интересное и пикантное мы тут видим. Ну-ка, по ощупи так что-то. Это наушники, ребята. Это очень классный наушник. Вот, в общем, я их вынула. Вот такие вот они пришли. Ну, как-то, знаете, очень сильно скреплено вот это вот действие. Как-то и они достаточно такие легенькие. Ну что, полетели дальше? Одни такие интересные наушники пришли в таком вот завальцованном, можно сказать, виде. Увидим зарядку, понятное дело, и он даже уже мигает. Ну, естественно, мы будем тестировать, но не сегодня. Чувствую, что тут будет чехол 100%. Главное, как-нибудь так вот. Я всегда вот боюсь резать, потому что ну мало ли что, да. Мало ли что. Охренеть. Ребята. Охренеть. Вы посмотрите. Мой на Xiaomi Redmi 8 Note Pro. Охренеть. Он прям такой прям приколденсный просто. Берем еще одну посылочку. Это штучка, чтобы рисовать бровки, по-моему. Да. В таком отделении лежала щеточка, считайте, паста. Офигеть. Прикольно. Будем, естественно, тестировать. Что, полетели следующие? Опять же, я чувствую, что там будет чехол. 100%. Вот такой вот прикольный чехольчик мне пришел. Черного такого цвета. То, что это начинается, это тетрис. Да, я очень люблю тетрис. И он достаточно такой хорошо гнется. Прикольно. Опять же, тут мне пришел чехол. Ну, давай, доставайся. Ну, тоже такие прикольненький такой чехольчик. Хорошо, кстати, гнется, опять же, силикона все. Прикольно. Берем другую посылочку. Вот так аккуратненько постригла. Ну-ка. А, это, знаете что? Это не бахилы, нет. Это делать маски, и потом, чтобы шапочки, ну, чтобы не слетело там туда-сюда. Это шапочка для масок, для волос. Это вот это вот. Офигеть. Ну, в общем, я достала одну, чтобы вам продемонстрировать. Не, ну все-таки выглядит как бахилы, конечно. Но нет, это на голову. Это одевается на голову. Хорошо, кстати, тянется. Прикольно. Как я могу заметить, это опять же чехол. А, смотрите, а, это же маленькие котясики. Охренеть. Берем цельную посылочку. И начинаем. Я же говорю, что я, алло, я не люблю такое делать. Это, как я поняла, это наушники. Достаточно, знаете, такие прям, ну, весомые наушники. Тут вот шли такие вкладыши, потом зарядник, обычный USB. Потом инструкция, как я поняла. И смотрите, сами-то наушники, у них пленочка тут. Типа можно вот так вот сделать, можно вот так вот их открыть. Блин, какие они классные. Интересно, они заряжены, нет? Нет. Увы, не заряжены. Тот бы мигал бы дисплей. Ну так-то они прям прикольные прям. Но, увы, что-то как-то очень легко открываются. Прям, ну очень. Даже особого усилия-то можно не задействовать.
Опять же берем. И опять же я чувствую, что там чехол будет. Да, угадал. Угадала. Ох, открывайся. Вот такого вот цвета. Очень прикольный. Очень классно. Очень. Тоже силиконовый по-любому. Ничего такое. Прикольный. Будем тестировать, будем пробовать. Что получается, крайняя наша посылочка. Что же это? В каком-то таком интересном варианте пришел. Одиночный наушник. Белый цвет. Офигеть. Просто офигеть. Вот так вот он выглядит. С ноткой. Офигеть, прикольно, прикольно. Ну, что мы тут можем заметить? Это такие вот товары мне пришли. А это то, что я отшелушила. Такие вот товары мне пришли. Будем тестировать, будем пробовать. Всем, yo, peace, come on. Подписывайтесь на канал, там ссылочка в описании, там туда-сюда. Всех люблю, целую.